скручивай, скручивай. Молодец, Лёша! Удар за ударом. Не отступать и не сдаваться. Ведь бокс – спорт сильных и стойких. В очередной раз Иваново стало центром паломничества боксеров со всей России. Здесь проходит уже 66-й традиционный турнир памяти мастера спорта Советского Союза Федора Климова. С каждым годом на протяжении уже там 5-6 лет мы поднимаем статус этого турнира, и география его довольно-таки сильно расширилась. То есть 4 республики наших приезжают здесь, ну, в составе которой России находятся. Более 23 регионов у нас здесь на турнире находится, 115 человек. Федор Климов стал основоположником этого вида спорта в нашем регионе. Он верил, бокс поможет преодолеть все. Но для начала нужно преодолеть себя, свои слабости. Самому Федору Климову бокс помог пройти войну и выжить, чтобы обучить ему новые поколения. Мастер спорта любил повторять, что бокс – лучшая проверка человека на прочность во всех смыслах. Это большой воспитательный момент. Здесь у человека проявляются его лучшие качества. Уже не говоря про физические, но и вот про главные моральные. Современный бокс отличается от того советского. Он стал зрелищней, опасней, но требования к спортсменам остались прежними. В первую очередь важна выносливость и упорство. По максимуму истощить силы соперника и сохранить свои для решающего удара. Сегодня в банке ИГХТУ проходят полуфинальные бои чемпионата. Сильнейшие из сильнейших боксеров будут определены здесь завтра. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.